скажу спасибо вам. Ну, матушки мои. Спасибо. Ой. Спасибо. Ой. Да хватит. Спасибо. Я не знаю, понимаете, как-то я в цветах ничего не понимаю. Ну, понятно, профессия женская у нас все-таки так эмоциональная, поэтому, наверное, и цветы. Я-то хотел все-таки мужиком бы оставаться, но ну, раз уж, ну куда деваться. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, а зачем вы меня позвали? Чего вам от меня надо? А, спасибо. О, вот весь тут. Весь тут. Ну так слушаю вас. Это у меня со школы, понимаете, вот когда к доске вызывают, обязательно, чтобы наводящие вопросы задали. А так вы, ну что я буду тут выламываться, будете рассказывать, какой я хороший, какой я замечательный, какой я красивый. Лучше, если есть вопросы, постараюсь ответить, сколько ума хватит. Добрый вечер, Юрий Владимирович. Вы играете людей из народа, однако сами вы из семьи интеллигентов. У меня эти самые, у крестьяне у меня... В прадедах. Значит, деды у меня уже все были деды-бабки. Одна бабка врач, один дед инженер-путеец, водный инженер. Он закончил, по-моему, то, что сейчас МИИТ называется. Какие они умные были. У меня где-то дедов этот самый дипломы к нему 63 или 69 предметов сдавали. Ну да кто-то они и строили, понимаете, вот сейчас... Дед у меня рассказал, другой дед, землемер, этот, геодезист. Вот, и он закончил, еще в позапрошлом веке, он закончил церковно-приходскую школу где-то в Пензенской губернии. И, значит, железнодорожное училище, ну, типа ПТУ, что ли, на этого, на помощника машиниста. У меня мама, она ничего особенного, инженер, теплотехник, она вольная электростанция. Я помню, мне 4 года было, когда началась война. Я помню, как мама стояла около этажерки, значит, самый стоял радиоприемник. Стояла мама, слушала речь Молотова. Это я сейчас знаю. Тогда мне 4 года, мама стоит, моя красивая, интеллигентная мама, там фиг-фок на один бок, все у нее в порядке. Вот. И с таким лицом она, я вот только недавно сформулировал, что там мама слушала. А мама слушала смертный приговор. Только без определенной даты и без определенных фамилий, понимаете? И для 27 миллионов этот приговор оказался приведенным в исполнение. Но была великая победа, была великая сплоченность, потрясающая самоотверженность и сплоченность. Вот ведь что, понимаете? Фашистские офицеры, которые пришли сюда, увидели и получили то, что, на что они не рассчитывали. И предать мое октябрятское, пионерское, комсомольское детство и юность, извините, как-то у меня не получается. И для меня, извините, спасибо великому Сталину за наше счастливое детство, это для меня не юмор, не сарказм, не хихоньки-хахоньки, а это таки действительно так. Я хотел бы узнать, как вы вообще очутились в Москве, как оказались, как приехали? А, в Москве? Да как-то просто. Поезда ходили туда-сюда. Вот. Я родился в городе Новосибирске. Я был ужасно завистливый. Со второго класса я мечтал в моряки. Мечтал в моряки, понимаете, но как-то вот не сложилось. Околачивал пороги военкоматов в Новосибирске. Где-то в Казахстане, в Атбасаре, по-моему. В Москве тут я в Одессе, куда все, я рвался. Возьмите меня, не брали никак. То, значит... То у меня возрасту не хватало, то у меня, значит, какие-то ахилловые рефлексы не такие, то глаз косой, то... В общем, что-то вот все как-то не так. Ну, говорит, кроме как в артисты, больше ты никуда не годишься, пропадет. Вот. А у меня был друг, да не один, у меня их были друзья школьные, вот такие вот ребята. Один лауреат Ленинской премии всего-навсего, Малыгин Эрнест Григорьевич, Георгиевич, извините, Эрик, прости меня, пожалуйста. А другой был Лихоносов Виктор Иванович. Лихоносов вот рвался в артисты. И я, значит, что-то приладился ходить в этот в драм-кружок. Витя был звезда всего Кривощекова нашего. Кривощекова – это левый берег, промышленный район города Новосибирска. Там ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. И он там всегда всех этих самых вот спектаклей, которые ставили. И если там надо кому-то, значит,
Ну, он положительный был, а я уж там что-то останется, какой-то отрицательный этот самый фискал, который ябедничал, там что-то носил, и что-то, они там какое-то дело праведное затевает, а я там морду высунул, и этот самый Витькин герой увидел моего героя, говорит, вот такую рыбу, и по морде, а чья морда? Морда моя всегда была. Вот. Да ладно! Дайте поговорить. Вот. Короче говоря, я с Витей и Эриком мы с собой, значит, Эрик поехал в химико-технологический Менделеевский. Но Эрике мать была, учительница, она биологию преподавала в школе. Вот. Поэтому Эрик поехал. Да еще Витька сказал ему, ну, ты же был влюблен в химичку в нашу, ну, вот поезжай в химико-технологический институт. В 50-е годы выходили на экраны фильмы-спектакли. Гениальные старухи малого театра. Варвара Николаевна Рыжова, Евдокия Дмитриевна Турчининова, там Николай Иванович Рыжов, Сашин Никольский, там вот такие, как они работали, какой вот. И мы, в общем, влюбились в малый театр, и мы получили аттестаты зрелости. Вот. И, но приехавшие в Москву, мы поняли, что в Москве существует 5 в те поры было. Сейчас их больше, сейчас я даже не знаю, я только в 2 преподаю. А, значит, 5 этих самых, которые на артиста учили. Мы, значит, сделали, пошли в нотариальную контору, сделали с нашего аттестата зрелости 4 этих копий, вот, и этот самый подлинник мы подали в театр, в это училище имени Щепкина, может, потому что сейчас где-то в интернет, что я закончил Щепкина, врут, но интернет, он тоже не святой, понимаете, тоже люди делают. Щелкинское я закончил, но там наврали про Щепкинское. В Щепкинское я стремился всей душой, но не только я, мы с Витькой вместе. А Витька переволновался. Не то его крестьянская, это самая какая-то скромность, я не знаю, не то уважение. Увидал, ползет по улице пошенная Вера Николаевна такая. Сток, понимаете, движется, копна, я не знаю. Его вот так вот затрясло, а мне как-то это... Да потом я знал, что Витя у меня это самый гений, он звезда Кривощекова, он, конечно, а я так на поддержку. У меня полный план был, если меня не примут, куда я на завод иду, или там... партия звала это самое, на целину. Вот, все у меня было расписано, все в порядке. И, может, потому что мне как-то я не переживал, не волновался, меня вдруг с дуру приняли, понимаете, а Витю не взяли никуда. Но он обиделся писать. Стал. Сегодня он это самый. Лихоносов Виктор Иванович, значит, лауреат премии Льва Толстого, то я не знаю. Вот. А возвращаясь все же к годам вашей учебы, почему вы отважились на такой шаг, бросили училище и уехали из Москвы в свое время? А потому что я был серьезный. А потому что я слыхал, что Лев Николаевич Толстой, помните такого, да? Граф! Ну кто его гнал на этот, на 4-й бастион? Он сам туда полез. И неплохо он эти самые севастопольские рассказы написал, правда? Училище имени Бориса Васильевича Щукина. Борис Васильевич с фронтов гражданской или империалистической войны пришел в училище, пройдя какую-то... Алексей Максимович Горький какую прошел жизненную, так сказать, получил жизненный опыт. Понимаете, для меня искусство – это дополнительный опыт человека. Но если мне мальчишка какой-то, я не знаю, парень, этот самый, как его звать, осветитель со студии, говорит, когда маленькую Веру смотрел, и когда вот там мы, ну, сына провожаем, там какие-то банки, склянки, он говорит, да ладно, мы вот всем мешаем, всем. И вдруг мне этот парень говорит, что, а я вот поглядел, и да мои ж родители вот такие же. В жизни это раздражает, а когда ты в зрительном зале сидишь, ты понимаешь, что это же не только, так сказать, мешают и раздражают родители, это же любовь их, понимаете? Вот. И это надо понимать и надо уважать. Ничего мы в это время... Понимаете, чем ведь хорошо искусство? Твое дело, что в жизни было, что ты увидал, и покажи. А чего я, дурак дураком, 17 лет, чему я могу научить людей? Чем? Вот что меня замучило, был у нас, мой первый курс, там были Вася Ливанов, Слава Шалевич, вот, и Юра Венцель, уже не Славка, тоже умер недавно. И у нас самостоятельные отрывки были. И вот я еще это, первая половина, первый семестр, и уже Юра Венцель мне сказал, что он хочет взять отрывок из «Как закалялась сталь», «Матрос Жухрай» и, значит, Павка Корчагин. Вот он «Матроса Жухрай», он покрупнее меня так был, ну, выше ростом. Вот. А ты, дескать, Павку Корчагина.
Ну какое же я имею право Павку Корчагина-то играть? Дурак дураком. Понимаете, в музыкальную школу бегал, никому морду никогда не набил, понимаете? Ну совесть меня замучила, как же я могу? А вот я... А в это время партия звала на Целину. Вот. И я думаю, вот туда я вот это самое собрался. В общем, собрался я бежать. И вот Юрий Васильевич Кантиньярцев недели две меня разубеждал, что ну тебя же приняли, научись, чего тебе надо. Из Новосибирска теща моя покойница, Кисло-Дрищенском его называют. Ой, так нельзя, да? Вот. Значит, и вот приехал в Москву, взяли меня учиться. Чего ты дергаешься? Мама, конечно, не поверила, что это я убежал. Она написала письмо Иосифу Матвеевичу Рапопорту, руководителю курса. За что моего придурка-то выгнали? Он говорит, да никто его не гнал, он сам. Причем даже убеждал меня, а Юрий Васильевич никак, как убедить не мог. Я, значит, мужик, что быку втемяшится в башку, какая блажь, колом ее оттуда вы не выбьешь. Упирается, всяк на своем стоит. Откуда цитирую? Кому на Руси жить хорошо, Николай Алексеевич Некрасов? Почему я помню? Потому что я родился в 37-м году, и мне к дню рождения дед с бабкой подарили книгу «Избранные произведения» Николая Алексеевича Некрасова. Нашему первому желанному, долгожданному внуку еще не знали, как звать меня, а Некрасова. Я по сих пор с Некрасовым и дедушку и бабушку помню. Вот. В общем, тоже Юрий Васильевич меня не уговорил. Ну, иди к Захаве, отпрашивайся. Это еще где-то октябрь или конец октября был. Вот. Я к Борису Евгеньевичу говорю, так и так, и вот я собираюсь. А Борис Евгеньевич был не дурак. Он говорит, ну, милый, я тебя очень уважаю, ты такой сознательный, такой молодец, понимаешь? Но мы тебя тоже взяли, мы тебе платим стипендию какую-то, и мы за тебя отвечаем. Вот мы за тебя отвечаем, будь любезен, и ты ответь. Вот сдашь сессию, тогда на все четыре стороны, как хоть. Ну, приказ начальника, закон для подчиненного, никуда не денешься. Я, значит, остался. А Борис Евгеньевич, наверное, думал, ну, перебесится, понимаете, пока он это самое. Вот. Пришел я к нему, говорю, Борис Евгеньевич, я все сдал, вот это самое, отпустите на волю. Ну, пес с тобой, говорит, поезжай. Но если до 7-го, ведь студенческие каникулы где-то с конца января, где-то 25-го, да, по 7 февраля. Вот. Ну, поезжай, говорит, если до 7 февраля вернешься, возьмем мы тебя старого, не старого тогда, молодого дурака. Вот. Возьмем, значит, это, ну, куда там я вернулся? Я уже, тут уже я с мамой, значит, я на Целину по призыву партии. Мама слыхала, что на Целине не только геройский труд, что там бывает и это, значит, всякое раз. Вот, она говорит, а у меня троюродный брат мой, он закончил Новосибирский институт военных инженеров транспорта, НИВИТ, и он строил на строительстве мостов, где-то в Казахстане был. Мама говорит, ну, вот поезжай, все-таки твой человек, все, что-нибудь там с тобой не так будет. Все-таки есть кто, на кого мне, так сказать, понадеяться, что не дадут тебе пропасть. Поехал я в Казахстан, строил мосты, махал кувалдой, понимаете, там. Поставили меня на лебедку. Вот, там майна, вира туда, майна вниз, вира вверх. Примитивная, никакого там ни скорости, ничего не надо. Вот, право-лево все. Говорили, что она 5 тонн, ведь летая, чугунная такая. Ночная смена. Солнышко встает, февраль или март месяц, красота вокруг. И вот встает солнце, и загляделся я на это, и что-то у меня тут заклинило, мне надо бы стоп, а я все вира, да вира, понимаете, вот что-то у меня там отвлек меня. Вот. А мой этот самый 5 тонн или сколько, вот этот литой чугунный, подняло и понесло, и чуть не похоронил всю бригаду там, понимаете. Хорошо этот самый тут кинулся, рубильник отключил, встало это все. Никто мне слова дурного не сказал. Вот что я помню. 18-летний идиот, понимаете, загляделся и перепутал правое. Там всего начал, право ли, все. И с тех пор я понял, что, наверное, правильно меня к технике не допускают. Вот артист, тут сам за себя отвечаешь, иди с Богом. Вот. Ну. Нам Борис Евгеньевич Захава в Щукинском училище, наш ректор, вот во время нашего учения, вдруг он ввел предмет «Теория актерского мастерства». И вот на первом же занятии он сказал, что является материалом творчества актера, как вы думаете?
Понял, хорошо думаете. Вот. Он говорит, ну что является материалом творчества писателя? Слово. Из чего лепит писатель? Из слова, правда? Что является материалом творчества, ну, не знаю, композитора? Мелодии, ну, этот самый звукоряд и ритм, правильно? Что является материалом творчества художника? Линия и цвет этого самого скульптора, пластическая масса, а актера? Сидят перед ним четверокурсники, понимаете, заканчивающие, дипломники, можно сказать, все сидят вот так же молчат, как вы. Вот. Пока он нам не объяснил действие, почему назван актер, акт, действие, действующее лицо, как двигается, как ходит. У нас специально были наблюдения, показывали. Я помню, Леня Коневский показывал, как папа у него там какую-то зарядку делает, чтобы пуза у него не было. Я там друга своего Эрика, кстати, показывал. Понимаете, когда сегодня вот эти экшены... Ну, в основном мордобой, там бьет, этот летит куда-то, там на него что-то рушится, он скажет, бьет тоже, тот летит. Уже 5 раз помереть должны были, понимаете, все, они лупят, бьет, красиво летает туда-сюда, столы рушатся там, эти крыши рушатся, они все лупят друг друга, никак не налупятся. Я был дитё войны, потому что, понимаете, вот это самое вот, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами... И это же висело все вокруг. Причем, чем мне сегодняшнее... Понимаете, какая штука? Ведь старые фильмы наши, вот это ощущение войны, оно висело. Жизнь продолжалась, там эти самые и любовь, и драки, и, я не знаю, понимаете, всякие пакости. Вот, но ощущение вот этой войны было. Сегодня я его не чувствую в сегодняшних фильмах, понимаете? Вот в наших оно было, потому что мы все это... Все это по нам проехало. Вот. Юрий Владимирович, скажите, пожалуйста, а вам самому нравилось сниматься в военных фильмах? А мне так повезло, что я при всей моей любви к флоту, значит, я вообще в артиллерию все время попадал. В артиллерию, гужевая, это самое, верхом, там лошади, это самое. Вот. И стрелял я. И стрелял я в первый мой фильм. Это был первый и последний раз, когда я стрелял. Один день мы стреляли боевыми. Потому что этот самый холостой, он отката не дает. Вообще наводчики, в основном они почему-то на коленях стоят. На колени, на одном, на двух так. Вот. А этот мой сержант подошел вот в такую позу, вот встал вот. Вот. И мне кроме вот этого места его, значит, ничего не видно. Как его... А ты говоришь, ты учись как? Ну куда учись? Я вот сбоку вылез, варежку-то разинул, понимаете. Вот. Он нажал, она... Ахнула, стрельнула, пушка прыгнула, лоб ему разбила прицельным этим самым устройством, понимаете? Вот. А мне по одному уху так вякнуло, это-то ничего, а вот это что-то... Я к этим к ребятам, к артиллеристам говорю, ребята, вот у меня что-то... Там запело... Так долго-долго пело весело. Вот. Я говорю, ничего, что... Они говорят, ничего, у меня одно ухо не слышит, и ничего, все нормально. Вот. Режиссер наш фронт прошел, оператор тоже был умный, взрослый. Они ушки-то там закрыли этими самыми берушами или не знаю чем. А мне хотелось все как по правде, понимаете. Вот она мне и надолбила. И с тех пор я вот в этой позе стрелял-то всегда, везде, понимаете. А тут чешский фильм где-то мы снимали под Харьковом где-то. Вот. И, значит, там такая замечательная сцена, что мне сказали, вот... Когда танк подойдет вон к тому кустику, вот там у нас заложен взрыв, вот, ты вот в это время должен произвести стрельбу, это самое, как будто это ты туда, в этот танк попал, вот. А потом, значит, взрыв под пушкой происходит, и, значит, ты падаешь с оторванной рукой, или там как-то с оторванной, вот, с рукой ты падаешь, а в это время, значит, танк давит эту пушку. Такая, в общем, завлекательная сцена. Подходит ко мне пиротехник, вот, который взрывами действует. Кроме него никто не подошел. У меня ассистент, это второй режиссер, там чехи, все. Вот. Подходит пиротехник, говорит, Юрк, ты, говорит, глаз-то прикрываешься в этот самый, взрыв-то под саму морду подложил. Я говорю, Славочка, солнышко, спасибо тебе, кроме того, тебя позаботить. Вот я глаз прикрываю. А дальше что делать, понимаете? Вот, значит, стоит пушка вся железная. Вот, значит, это самое. Вот тут у меня взрыв. Вот. И там, с той стороны у пушки, сидят два трюкача чешских, которые от взрыва полетят туда, на ровное место. Вот у меня тут взрыв, и куда мне лететь? А тут у меня какая-то, это самое, какой-то, как его звать, окопчик такой.
Вот я думаю, что мне бы в этот окопчик так развернуться мордой туда попасть, чтобы только морду мою около пушки не было видно, когда ее танк будет давить. И вот я, значит, пристроился, думаю, взрыв, я туда полечу. Второй режиссер кричит мне: «Ну-ка на колено сейчас же, ты понимаешь?» Я говорю, как его звали, Битюков, по-моему, я забыл. Я говорю, ты мне покажи, как ты с колена полетишь. Я вот, я сделаю, покажи, я сделаю. Не пошел показывать, понимаете? Вот, значит, я с этих самых с ног. Вот, полетел, завернулся туда, улетел, все, взрыв, все замечательно, в танк попал, все прекрасно. Ну, чехи снимали, все у них культурно, интеллигентно, по-заграничному. И сижу я в этом, в тон-вагене, где этот самый записывает звук, сидим, кофе пьем, покуриваем, понимаете, приходит. Ир Владимирович, пожалуйста, ваши брюки и сапоги, чтобы мы на чучело надели. Я говорю, с удовольствием, раздевайтесь, пожалуйста, возьмите, несите, а мы будем кофе пить. И а почему брали меня? А я старался. Причем я же подписал договор этот самый, подписал распределение в родной красный факел в Новосибирске, понимаете, понимаю, из всего щукинцы, они же блестящие ребята, но в ушлые все, понимаете. В общем, в первый день распределение подписал один я только, в родной красный факел, все. А на другую, и тут же меня вот самое, утвердили вот в последние залпы, так вот как-то получилось. Утвердили меня, и в красный факел я послал две телеграммы. Одну прошу принять в связи с распределением, выплатить там какую-то повышенную стипендию там за это самое. Вот. А вторую послал, значит, прошу отпустить посниматься. Вот снимаюсь до сих пор. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Андреем Тарковским? А вот я вам про эту самую, про как ее звать, про последний залп, это я рассказываю, последний залп это по Юрию Бондареву. В общем, Тарковский меня видел в этом, в последних залпах. И чем-то я его... привлек, Бог его знает, понимаете? Я пробовался у него в Иваново детство, но я еще сопливый был, там вместо меня блестяще сыграл Зубков. И потом он меня пригласил в Рублево. И пригласил он меня в Рублево, пригласили, значит, сценарий почитать. Почитал я сценарий, но я как-то уже был, так сказать, трезвый. Я предполагал, что не на главную роль меня требуют, понимаете? Андрей говорит, ну-ка там Саша Виханский, ассистент оператора, потом, вот, ну, поснимай его, так, 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 пощелкал этим, вот. И говорит, ну что, прочел? Я говорю, прочел. Я говорю, кого сыграть хотел бы? Я говорю, ну, не знаю, ну, какого-то мужика там, ну, где-то там, мордобой там какой-то около, вот. А что так мало? А покрупнее? Я говорю, ну, может, Бориску? Ну, нет, Бориска был уже пристроен, уже Коля Бурляев очень на месте был. Я говорю, ну, не знаю. И вот тогда они раскладывали пасьянс, вот эти самые рожины, и фотографии, куда вот эту рожу вставить. И вот они, так сказать, а почему бы на этих, на князей? Здравствуйте, Юрий Владимирович. Стараюсь. На съемках фильма «Земля Санникова» вы попали в такую компанию к Олегу Далю, Владиславу Дворжецкому. Да. Георгию Вицину. И вы попали в тот момент, когда от роли отстранили одного актера. Как вас приняли на съемочной площадке? Да спасибо. Хорошо, нормальные все ребята. Сценарий, история вот такая вот. И снимался Сережа Шакуров, снимался вместо меня до того. Вот. И собрались все, значит, артисты, Дворжецкий, Даль, Вицин и Шакуров, что вот такая вот история, ну, что-то нас не устраивает режиссер. И режиссер Даль был, так сказать, подвержен влиянию. Режиссер это влияние направил на Даля. У Влада Дворжецкого была, значит, у него там, не знаю, три или сколько жен. Одна в Иркутске, другая, нет, кто-то в Омске, в Москве. Он, то, в общем, у него проблем своих было. Ему было не до этой, не до борьбы. Вицин Георгий, ну он сам в себе, он ни во что. Короче, остался, супротив этого самого режиссера, остался Шакуров. Режиссер убрал Шакурова. Послушали там сверху. Вот. Шакуров был за нашу правду, но его убрали. Вот. Потом, значит, я попал туда. Опять же, я в той же самой компании, уже я был за правду. И меня хотел убрать режиссер. Но ему сказали, слушай, мы тебя одного убрали. Но таким образом я там зацепился, понимаете? Тут недавно где-то в Союзе писателей бывший моряк, подводник, или я не знаю, он нынче поэт, и он при мне пишет своему другу, ну, моложе меня намного, конечно, пишет своему другу, там, Серега,
доктор жив. Я же доктора там играю. В общем, они с Серегой переживали за доктора в этом фильме. И вот он утешает Серегу свою. Жив доктор, держится. А в общем-то я сегодня, что-то мы вдвоем остались. Никого же нету. Ни Вицина, ни Даля, ни Дворжецкого. Юрий Владимирович, в фильме «Горячий снег» ваш герой как бы стоит между двумя мальчишками-офицерами. Такой народный, такой мудрый. Как вы относитесь к этой роли? Да ну как, господи, вот так вот. Спасибо. Потому что, в общем, я к этому «Горячему снегу», я уже навоевался вот так лет 30, я воюю, да все в артиллерии почему-то. Я как-то думаю, ой... Что-то как-то не шибко охота тянет. А ты знаешь, где снимать будут? Я говорю, где? Под Новосибирском. Ой, я готов. На родину. Ну как же, это был первый, последний раз. Я у мамы жил, все там в гостинице, а я у мамы. А вот тут мы сговорились с Гавриилом Георгиевичем Егиазаровым, что, в общем, этот самый вот Уханов, сержант Уханов, ну, этакий... Вот этакий надежный Василий Теркин, только вот без этих, без веселых разговоров. Ну, тоже вот такой надежный мужик, надежный, понимаете. И вот эту вот, вот это старались сделать. И выжил он, и спас, и, значит, и отстоял. Ну, вроде нормальный был. Старались, чтобы было на что-то похоже. Говорят, ну, единственное, только меня не награждали. Может быть, это самое... Борька Токарев и Георгий Степанович Жонов получили премию, и эту самую, как ее, государственную, сталинскую бывшую, понимаете? Ну, я обошелся без премии. Хотя, так сказать, в этом, где-то в журнале, ну, меня пресса вся хвалила, кроме «Красной звезды». «Красная звезда», что там я там по уставу там что-то не прошел. Вот. А так и «Правда», и «Комсомольск», и «Известия» все как-то отмечали моего Уханова. Вот. И даже Георгий Степанович Жонов, когда... Ну, у нас же есть этот самый, понимаете, вот пиететы мы любим, так сказать, ну, где-то в Ленинграде. Георгий Степанович говорит, да что я, вот Юрка сыграл, понимаете, вот говорил. Спасибо ему, я перед ним вот такой вот мужик был. Фильм «Маленькая Вера» закрыл дверь в советский период, а открыл в перестрочный. Фильм про маленьких людей, про безысходность. Спустя много лет изменилось отношение к этому фильму? «Маленькая Вера» – это единственная моя работа, за которую, когда меня хвалят, вроде есть за что похвалить, когда ругают, на чем свет стоит, я и тут совершенно солидарен. Понимаете? Потому что я говорю, что, ну, когда было, что много всякого говорили, всякого нехорошего про Андрея Рублева, ну, я знал, что цену Андрею Рублеву, фильму нашему, понимаете, ну, не нравится, говорите, бог с вами. Хвалили кое-что не стоящее благодарности, я тоже не спорил. Ну, хвалите, ну, у вас вкус прихрамывает, господа хвалители, понимаете, не буду я с вами спорить, что там особенно хвалить нечего. Тоже я так... А вот с «Маленькой Верой» я всей душой принимал и похвалу, и всей душой принимал и ругань. Потом я из этого... Потом вот показываю. Спасибо вам за аплодисменты. В смысле собьете? Потом я, наконец, нашел. Я обращался, когда вот там ругали или хвалили. Я говорю, правда все, что вы видели на экране? Да, правда. Нравится вам эта правда? Нет. Вот в чем, понимаете? А «Маленькая Вера», я ее сравниваю, два произведения. Сколько там, 500, что ли, лет назад было написано «Ромео и Джульетта» у Шекспира. Неплохое произведение, правда? Помним, аж до сих пор помним. А там ведь ужасов и темноты Средневековья не меньше, чем в «Маленькой Вере». Но в «Маленькой Вере» только темнота, а другого полюса нету. А в «Ромео и Джульетте» есть. Это «Ромео и Джульетта», эти дети Возрождения. Это брат Лоренцо, который там, я не знаю, Меркуцию, который что-то... Но не получилось, сожрала темнота, понимаете? Но все равно... А после «Маленькой Веры», где-то мы в Ленинграде, что ли, он еще Ленинградом был, выступали, там какая-то жутко умная, значит, это киноклуб какой-то, который там что-то про монтаж, они какие-то слова, которые мы кино сняли, а слов таких не слыхали. Вот. И, значит, они говорят, вот там, и вдруг встает
какая-то женщина в каком-то панбархате идиотском, в какой-то шляпе, беретке, вышедшей из моды, понимаете. Говорит, да что там монтаж, не монтаж, жить-то как? И вот на этот вопрос, жить-то как, маленькая Вера не отвечает. Она показывает, как не надо. А как жить надо, мы знаем. И мы исполнители знаем. У нас семьи, у нас, понимаете, дети, внуки, правнуки у некоторых. Вот. И создатели знали, и Вася Пичел с Машей Хмелик, у них семья, все в порядке. По-человечески надо жить. Не по-скотски, не по-звериному, понимаете? Только под себя, Верочка под себя, Сережа под себя, этот под себя, понимаете? И что? И ничего. Хотя призадуматься есть о чем, потому что картина правдивая, ни там лжи, ни слова нет. На третий день работы с Васей Пичелым я вспомнил про Андрея Тарковского, потому что от Тарковского глупости я не слыхал никогда и нигде. И от Васи Пичела я тоже глупости не слыхал. Все разумно, все толково. Юрий Владимирович, скажите, как вы относитесь к русскому мату как таковому и в использовании его в театре, кино, современными режиссерами? Вы понимаете, какая штука? Русский мат, в общем-то, замечательная вещь. Ведь он же, понимаете, вот английский мат омерзительный. Он весь со смыслом. Я там тебе в глаза что-то изливаю, понимаете, какой-то... Вот. А русский распротудыв с присвистом через семь гробов в центр мирового равноденствия, душеньку отвел, понимаете? Вот дед мой, землемер, который во время войны, он перед войной, они с бабкой перебрались в Ростов, из Сибири, значит, в Ростов к теплу. И дед, он землемер, он по колхозам мотался. А в колхозе кто? Одни бабы остались. Он говорит, бабоньки, ну как вы тут? Они говорят, да сперва тяжело было, а потом, говорит, материться выучились, легче пошло. Вы понимаете, в общем, как-то вот он... Вот тут оно не надо, когда грубость, когда хамство, вот этого не надо. А когда душеньку, да распрот... Понимаете, отпускает душу, это... А вот со сцены, понимаете, гениально, великолепно могли материться и Пушкин, и Державин, и Толстой, и Тургенев. Вот так вот матерились, но почему-то у них нету. А вы знаете, замечательный рассказ... Бориса Лавренева, помните такого писателя, драматурга? И у него про Пушкина есть... изумительный, комендант Пушкин называется, значит, гражданская война, и Сашка Пушкин из какой-то деревни, ну, такая фамилия ему досталась, понимаете, он во флот попал, на флот, а в эти самые матросы были, они нервные были, понимаете, это как бомба с неизвестным этим взрывателем. Вот. И тут назначают эту Сашку, этого Сашку Пушкина комендантом этот, как его, ну, лицей-то где, господи, Царское Село. Вот. А он темный, ничего не знает. И обалдел какой-то старенький, говорит, господи, да вы знаете, кто вы? Да вы знаете, что такое, куда это? Вот, выжит, ну и что? И этот самый старик начал просвещать этого самого Сашку Пушкина, понимаете, деревенского, псковского, бог его знает какого. Вот. Знаете, что на этого Пушкина произвело впечатление? Ну, там, и, там про любовь, про природу, все. На него произвели впечатление эпиграммы. Мать-перемать, это же крепше нашего боцмана, понимаешь? У Пушкина крепше нашего боцмана. Всем недаром про Пушкина сказано «наше все». Кстати сказать, Вася Пичел, понимаете, было все прилично написано в сценарии. Никакого, ну где же жених-то этот? Я говорю, ну папа-то бы сказал, какой жених. И вдруг Вася Пичел говорит, говори. Я говорю, ты что, обалдел, что ли? Говори. Я говорю, ну я скажу, тебя все равно вырежут. Он говорит, это мои проблемы, а ты говори, вот как вот это самое. Ну я знаю, туда-сюда как-то хоть музыку сохранить, гребаный, долбаный, я не знаю, ну чтобы хоть по музыке. Ну где жених-то этот вот такой вот, понимаете? Вот. А потом это как-то мне понравилось, я еще захотел, говорит, вот тут не надо. Вот там надо было, а тут не надо. Спасибо, Васенька, понимаете, его нету, но вот и там, где, когда это надо, а когда это ради одного мата, ради одной пакости, понимаете? А потом все-таки хорошо бы и детей воспитывать-то не только матом, понимаете? А душой, а милосердием. Вот. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Где вам вы? Никогда не хотелось вернуться в театр на сцену? Упаси Бог.
Не знаю, понимаете, какая штука. Когда там, ну, в театре я все-таки где-то свободу люблю и уважаю. А в театре там все-таки подчинение. И когда это подчинение, ну, я не знаю, там какому-нибудь Гончарову, Товстоногову, там еще, вот, там можно подчиняться. Но и не всегда со всеми я согласен. А в кино, ну, вот Тарковский, так сказать, ничего не вызывало. Убедителен был. Я ему служил верой и правдой, сколько сил хватало. Тот же Вася Пичул, убедительный был, я служил. А когда какая-то у меня молодая девчонка, а вот надо так сделать. Я говорю, зачем? Объясни мне. Нет, я хочу так. Извини, а по-моему, это глупость, что ты так хочешь. Да у меня в том же, извините, горячем снеге. У меня был конфликт с режиссером. А режиссер – бывший оператор. И когда, значит, мы снимали, там написано, все замечательно написано, когда первая бомбежка и этого старого солдата, и там где-то вывернуло гнездо мышей. И вот там мыши по этому самому ползают. Вот. И мне надо было взять эту мышь там. Какая мышь, когда тут это самое только что прошло, понимаешь? И я как-то... А вроде и должен этот самый мой Уханов поддерживать папашу. Вот. И режиссер говорит, возьми мышь, вот потряси мышь. Я говорю, я оправдать это не могу. Ко мне режиссер говорит, а кто тебя обвиняет, что тебе оправдываться, понимаете? Вот. И, в общем, и, по-моему, когда, может, меня и подавали на эту, на премию, но он, а я при народе, я как-то посылать, я вот за глаза не умею, а в глаза у меня иногда получается, не дай бог, понимаете? В общем, что-то он на меня обиделся. Ну, не дали, ладно, ну, картина-то есть, понимаете, роль есть, работа есть, бог с ними. Юрий Владимирович, здравствуйте. Я хотела как бы больше вопрос задать о настоящем времени. Вот такие фильмы, как «Горячий снег», уже обсуждаемый не раз сегодня, и «Сталинград», их объединяет одна идея – героизм народа, но воплощение разное, новые технологии. Я хотела бы задать вопрос такой, что комфортно ли вам работать в кино новейших технологий? Дело в том, что я «Сталинград» не видел. Я там участвовал, но фильм я не видел. Сказать ничего не могу. Ни хорошего, ни плохого, ни за, ни против. Понимаете? Вот. Дело не в технологиях, а дело в том, что, понимаете, вот очень-очень много нынче вранья. И когда, понимаете, сегодня у нас брехня идет на Советский Союз... Ух, дайте я вам стихи сейчас прочту. Это Михаил Львов. Стихотворение называется «Киноленты 30-х годов», про 30-е годы. Киноленты 30-х годов, кинохроника документальная. Снова смотришь и плакать готов. И ответная боль моментальная. Чертежи в черне городов. И восторженно радостные люди. Поколение 30-х годов. Нам ничто не подносят на блюде. Сами все. Все горбом, все трудом. Исполнение и замыслы наши. Сами строим и дом, ну и дом. Россель Маши, и Урал Маши. Сами авторы вечных чудес. Одолели и серость, и сырость. И красавцем встает Днепрогэс. И Челябинский тракторный вырос. Только что совершивший прыжок через Северный полюс в Америку. Чкалов, взятый восторгом в кружок, богатырский, с улыбкой уверенной. От святого, от чистого шли, вдохновением полнились будни. Юность Родины нашей земли, мы тебя никогда не забудем. Эти строчки, как в горле комок, путь оттуда к величию начат. И комок даже в горле устрок, и строка и ликует, и плачет. Скажите мне, в чем здесь ложь? В чем здесь ложь? Юрий Владимирович, я, наверное, выскажу общее мнение. С таким запоем слушаю, вас не влюбиться невозможно. Вы много рассказали о себе, о своей жизни. Как вы сказали, влюбиться в меня невозможно? Невозможно, не влюбиться, Спасибо. Вас жизнь била-перебила, и вы рано потеряли отца, вы получили серьезную травму позвонка во время съемок. Вас проверяет жизнь на прочность, но вы потрясающий. Скажите, за счет чего это? Все. Это сибирский характер? Нет, это еще, извините, марксизм-ленинизм. Правда? Да, спасибо вам огромное. Понимаете, какая штука? Ведь он же правильный. И что же они сейчас
не помню, чьи это дети, понимаете, что же они выделывают с нашим образованием, что же они с нашими деточками-то выделывают, понимаете. У детей у наших полные, я вот в телевизор поглядываю, там, спрашиваю, значит, кто Муму написал, значит, трое честно ответили, понятия не имеем, один гордо сказал Достоевский. Спасибо, что смеетесь, хоть слыхали, что такое. Понимаете? И сегодня Ленинград не то директор, не то император. Вот они как-то не могут разобраться. Вот. Что сделали большевики в 17-м году, тоже никому не известно. А Пушкин, говорит, это где-то не то 16-й, не то 17-й век. А стоят, разговор идет на площади Пушкина, сзади памятник его стоит. А памятник ему где-нибудь есть, он сзади стоит. Вот. Ну, не знаем, говорит, ну, наверное, в музее где-нибудь есть. Вот, понимаете, это очень грустный смех. И это очень-очень-очень работал цивилизованный мир. Врет он, никакой он не цивилизованный. Господи! Вы читали этого, как его... Господи, ну, старость слов не хватает. Парфюмер, да? Зюськин. Зюськин, спасибо! Вот. И там, понимаете, что он пишет про Париж того времени? Вонища была жуткая, понимаете? А когда к нам приехали, и, говорит, увидали, что они вениками хлещутся, и это не избиение, это омовение. Они удивлялись. Темнота, Господи, понимаете? И по сю пору только задаются, врут про себя. Ах, какие они хорошие. Все самое лучшее было. Ну нет, кое-что на Западе тоже встречалось, понимаете? Вот. Но все-таки нашу-то надо знать историю. Нашу надо знать великую историю, праведную историю, со всеми жуткими ошибками, со всеми, понимаете? И вот сейчас, по-моему, цивилизованный мир, он все что-то нарывается куда-то. Не то они темные, не то они неграмотные, понимаете? Но ведь не был же идиотом ни Наполеон, не был идиотом Гитлер. Ну, зачем-то они ведь, ну, не за собственным позором и гибелью они сюда шли. А получили это. Ребята, не надо сюда лезть. В общем, у нас надежда есть. И кто это говорил? Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Кто говорил? Ну, хотя бы. В общем-то, Сталин. Ну, да, Сталин, Молотов. Но они вроде как одно дело делали, да. Понимаете, какая штука? Я ничего, что я старый мазай разболтался в сарае? Спасибо. Вот. И главное, понимаете, спасибо за любовь. Мне в одном, где-то, я не помню, в Челябинске или в Оренбурге сейчас какая-то девочка подошла. Лет 17-18, совсем-совсем дитё, ребенок. Но у меня уже правнук кончает 4-й класс, понимаете, все серьезно. А эта подошла, говорит, спасибо вам, вы такой простой и такой умный. Вот насчет ума мне никто никогда не говорил. Но может что-то из моих этих самых выступлений, из моей правды, из моего человеколюбия, взаимопонимания, сосуществования, если да, на кого-то это произвело впечатление, да слава тебе, вот. Но во всяком случае не кричали, я говорю, с этими самыми, не стучали, этими гнилыми яйцами в меня не бросались. Спасибо большое. Спасибо! Спасибо! Ой, да вы что, мы батюшки! Вот, ой. А еще можно два слова сказать? Поклон нашим мужчинам. Они скромно сидели, я думал, одни женщины, оказывается, мужики у нас есть. Вы мужчины, спасибо вам, правильно? Спасибо!